кто откуда? Вы, Владимирская ассамблея, народ, Китай. Еще откуда? Таджикистан, Афганистан, Нигерия, Башкортостан. Улицам Казани, языком эпохи, в своих творениях время отражая, бессмертные нитя через столетия строки, русская поэзия шагает. Я счастливый себя, и счастливый посыл. Добрый день, дорогие друзья! Всех нас с праздником, с Днем русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я всех вас искренне поздравляю. Ну, как было уже сказано, огромное количество людей является, русский язык является родным. В Татарстане 1,5 миллиона человек – это родной язык, но я думаю, для каждого из нас русский язык, он такой же родной, хотя вот я татарин, кто-то чувашин, кто-то мариец. Совершенство и знать русский язык – это твоя конкурентность. И поэтому в республике очень много делается для того, чтобы русский язык развивался. И я вот хотел бы здесь, пользуясь вот этой трибуной, поблагодарить всех тех общественные организации, наши театры, фольклорные коллективы, инициативные группы, те, которые сегодня вкладывают православную церковь, огромные усилия для продвижения, сохранения нашей русской культуры и нашего языка. Бигзур Рахмат, большое спасибо, аплодисменты вот тем людям, которые делают это благое дело. Ну и, конечно же, в нашей республике созданы все условия, и мы активно вот работаем в части того, чтобы наше историческое наследие, которое связано также с русским языком, у нас на завершение музей Баратынского, музей Толстого, музей Горького. Это очень важные объекты, которые будут необходимы, они нужны для нашего молодого поколения, для привлечения туристов. Ну и вообще, огромная роль Ассамблеи народов Татарстана, где русское национально-культурное общество прикладывает активное участие. И мне очень приятно, что в наших муниципалитетах подразделения этого общества тоже очень активно работают. Мы совсем недавно вот провели два таких очень красивых мероприятий. Это каравон, русский фольклорный такой фестиваль, который уже обрел такую известность. И, конечно, Алексеевские перезвоны. И я считаю, что у нас должно быть много таких событий, чтобы мы развивали, сохраняли нашу культуру. И самое главное, сохраняли ту стабильность, согласие, которое есть нашей республике, нашей стране. Поэтому я искренне еще раз всех вас поздравляю с нашим праздником,
день русского языка. И, конечно же, с каждым годом, чтобы мы этот праздник встречали какими-то новыми приятными событиями, новыми объектами, новыми проектами, новыми музеями. И это очень важно. Всем большое спасибо. Бигзор Ахмад. Позвольте перейти к церемонии вручения почетных званий. Ирине Васяновне Порфирьевой.